трогаем. И вот вышла на эту сцену, стою и думаю, сейчас я скажу, как вас много. Можно было бы подумать, что мы, конечно, организовывая это событие, думали, хоть бы никто не пришел, господи, хоть бы их не было. Но, конечно, нет, мы рассчитывали на то, что вы нас поддержите, и мы с огромным удовольствием рады вас сегодня здесь видеть. Спасибо, давайте вам аплодисменты. Света, известный блогер, и сегодня Светлана в начале нового жизненного этапа. Позади 3 декрета. Света, что дальше? Мы ждем тебя на сцене, выходи нам, пожалуйста. И тема моего выступления – «Пустой чемодан». Именно так я сейчас себя ощущаю. 3 декрета позади, 7 лет, господи, 7 лет. Я практически постоянно, перманентно то беременна, то кормящая, и мне даже не верится, что наконец-то это все закончилось. И я боюсь подходить к беременным, я не верю, что это не заразно, честно. Все. Мне кажется, что я отдала все, что во мне было, все эмоции, всю любовь, и как-то вдруг все опустело. Мне хочется помогать своей семье развиваться, хочется помогать им проживать свою жизнь более счастливыми, но дать мне сейчас нечего, потому что 7 лет декрета, рутина. Мам, пригласи реветь. Ты меня отвлекаешь. И я очень горда тем, что я довольно успешно с этой ролью справляюсь, мне кажется. И я не пришла на все готовенькой, я не выходила замуж за олигарха. Мне кажется, я чувствую, что есть моя доля в успехе моего мужа, потому что я тоже создавала для него эти самые идеальные условия, чтобы он знал, что я могу его в любой момент подстраховать. Ну и троих богатырей родить, я вообще, честно говоря, сама никогда не могла себе представить, что моя судьба сложится именно так. Я вообще думала, хоть бы одного ребенка, а тут как-то все так пошло, поехало один за другим, и я прям даже... Правда, вот этот месяц, когда мой декрет официально закончился, мне даже не верится. Я смотрю на Кальян и думаю, господи, неужели я могу? Закончится мое выступление, все, я праздную свое окончание декрета. 3 декрета позади, и пока мои сверстницы покоряли вершины карьерных лестниц, я покоряла песочницы. Я нехило так поднаторела в архитектуре песочных замков, у меня это все хорошо получается. Ну, конечно, мне сейчас страшно. Мир изменился, мне кажется, за это время. Все стало совершенно другим, и я вижу, как молодое поколение становится более быстрым, быстро соображающим, умнее. Конечно, я устала от той рутины, но в моей компетенции были такие простые задачи. Их было миллионы, на себя не хватало, конечно, времени, но тем не менее я себя чувствовала довольно значимой, я понимала, что я делаю, и это такой для меня был важный момент. Но сейчас я понимаю, что нужно двигаться дальше, и, конечно, выходить из зоны комфорта очень страшно, но самым главным двигателем является горечь в глазах женщин, которые становятся невостребованными, которые растворяются в своей семье, в своих детях и не развиваются. И когда они становятся в какой-то момент ненужными, а так должно быть, тем более, что я мама 3 детей, я думаю, что когда-нибудь они станут самостоятельными личностями, и они уже не придут ко мне за советом, не будут у меня спрашивать ничего, просто будут подкидывать своих детей и говорить, все, мама, можно мы к тусовку? Скорее всего, так и будет, и мне не хочется чувствовать горечь, что я чего-то не успела. Мне хочется тоже не просто в теории, но и на практике доказать своей семье, что я много чего могу, я чувствую в себе потенциал. И Аня говорила про счастье. Для меня счастье – это баланс между 4 сферами жизни. Это любовь, семья, и мне повезло в этом. И моя задача сейчас – это все сохранить.
друзья, и с этим тоже у меня все хорошо, и благодаря отчасти моим блогам, потому что в какой-то момент жизни я испытывала какой-то дискомфорт в общении, когда у меня интересы сводились к детям, а подруги еще были в тусовках, просто у нас общение переходило в такую текучую тишину, что не знаю, я чем наполнить. И благодаря моим блогам тоже я нашла очень много поддержку в женском на общении. Еще немаловажной сферой жизни, которая для меня тоже важна, это хобби. И для меня сейчас, и тоже это мне дали мои дети, моя семья, это спорт. Это моя отдушина, я не просто там отрабатываю какие-то калории или ужин. Для меня это то, чем я заряжаюсь, где я могу выместить свой негатив, все свои плохие эмоции и быть пушистой, спокойной, терпеливой. И осталась единственная сфера, которая еще не заполнена, это моя работа. И я генерирую идеи, и наконец-то сейчас могу воплощать их в жизнь. Сейчас мы запустили производство детской мебели, в частности, овальных детских кроваток. И мне кажется, я вижу огромные перспективы, мне нравится, что это такое хорошее, доброе дело. И связано со мной, это такое вот материнское, я делаю это все с огромной любовью. Мне хочется, чтобы наши кроватки дарили радости детям и их мамам. И подведя итог, мне хочется сказать, что тот, кто ищет, тот всегда находит. И нам так повезло современным женщинам, потому что у нас гораздо проще в быту нам сейчас, чем, например, нашим мамам. Я вообще не знаю, как они справлялись без стиральных машинок, без мультиварок, без нормальных утюгов. Я помню, как мама стирала, господи, это была просто катастрофа, целый стиральный день. И спасибо моим, конечно, родителям, потому что вы дали ему этот главный костяк, опору. Я знаю, что у меня есть такой фильтр огромный, через который я все могу фильтровать, и мне очень легко в жизни. Спасибо огромное, да. Светлана мама, это уже часть девичьей. Вот скажите, у вас тема «Пустой чемодан». Вот 7 лет декрета, это все, конечно, очень непросто. Но вот смотрите, вы занимаетесь спортом, вы такая красивая, эффектная, молодая, вы мама, жена, вы сейчас занялись бизнесом. Это еще не все то наполнение, которое бы вас сделало такой счастливой. На самом деле, мне в моей жизни все устраивает, но мой муж меня выбрал не такую. Ему не нужны эти борщи, ему не нужен чистый дом. Он хочет, чтобы я его вдохновляла. Ему хочет, чтобы я была такая легкая, звонкая, всегда улыбающаяся и делилась с ним какими-то новыми идеями. И вопрос в том, что вот черпать это вдохновение в декрете очень сложно, когда ты постоянно погружена в какие-то вот такие бытовые, рутинные вещи. И он чувствует, когда я не развиваюсь. Он тоже начинает падать вниз, ему нужно, чтобы я его постоянно как-то вдохновляла, ободрила. Поэтому и когда появился второй ребенок, мне Макс говорит, что, слушай, мне кажется, что мы как-то резко стали меньше зарабатывать, а с рождением третьего еще как-то все усугубилось, поэтому я должна тоже какую-то в такой ситуации вклад в семейный. Ну, конечно, да. Поделись, пожалуйста, планами. Как ты пытаешься заполнить пустоту? Потому что все-таки тема называется «Пустой чемодан», правильно? И как ты заполняешь? Какие у тебя планы или, может быть, какие-то свои приемчики есть? Для меня проблема и вот эта пустота именно в самоидентификации. Я должна ответить на вопрос, кто я, кроме как мама и жена. Ну, что это за функция женщины? Это меня никак не характеризует. И сейчас я планирую заниматься производством, мне хочется расширять. Мне правда кажется, что есть огромный потенциал, и я верю в хорошее будущее этого бренда.
Давайте поаплодируем Светлане. По-моему, это было максимально откровенно, очень душевно. Как всегда это происходит у Светы. Невероятно светлая Светлана Савичева. Спасибо огромное. Провожаем Свету. Спасибо!